фотографии Фаи написала Катерина Кузнецова, теперь она уже не Кузнецова, теперь она Карташова. И я привожу пример, потому что нам такие люди нужны. А для того, чтобы они были нужны, их надо освободить от другой, менее эффективной работы, скажем так. И пчелы кусают, вы же поняли, чем занимается. Вот. И вот они, косточки, началось с этой фотографии. Так, вот она, это Катя Карташова. Вначале это даже еще не так интересно. Я сейчас характеризую ее как человека, сейчас поймете почему. Вот. Это тоже можно было бы посмотреть. Не поливала. Взрослое дерево само должно добывать еду и воду. А она, Катя, один из претендентов на новую роль, вот, Катя Карташова из Челябинска, она сделала мой сайт. Как может человек сделать сайт, разместить сотни материалов, фильмов, статей и прочее. Тысячи фотографий, и не заразиться, и даже что-то в голове не осталось. Смотрим, что у нее осталось в голове. Ну, вначале опять бедная. Пожалейте Ольгу Исакову. Извинись, в конце концов, за мошенничество. Вот оно, мошенничество. Вот. И тогда я тебя отстану. Вот. Итак, Кузнецова Екатерина. Сейчас мы, это характеристика ее ума наблюдательности. Почему? Она крутой компьютерщик. Для меня всегда компьютерщик. Или ты компьютерщик, или ты садовод. Середины нет. У нас одна половина мозгов работает, а у компьютерщиков другая половина. А уж тем более женщина. Читаем. Тем, кто пытается определить культурность сеянцев по листу, у меня такое определение не работает. Кстати, у меня тоже у Железова. Например, у Железова самыми крупными и вкусными плодами лист небольшой, гладкий и достаточно вытянутой формы. А у дерева с крупным, округлым, широким, бархатистым листом, у меня такие диски есть, не диски, а эти, оговорился, манжурцы вот такими листьями. Вот, плоды красивые, румяные, но мелкие, с легкой горчинкой. И вот тогда я сказал себе, берем пчеловода Екатерину Карташову. Хватит пчелами-то, это вы одна из миллионов. А можете стать, ну, например, Латинкова нет, его кто-то должен заменить. Причем заменить человек творческой такой натуры. Вот, не каждый это может. Вы же столько знаете. Делаем мне сайт. Вот, итак, по частям. В стране создается чрезвычайная комиссия. Почему? Отказываться от отравы надо, 40 обработок за лето, а ведь никто даже не чихает. Хоть это даже не секрет, что вот покупайте, а там чисто. Нет, это каждый, все знают. Все знают пчелы, которых травят, знают эти самые наши ценнейшие друзья, муравьи, которых ненавидит официальная наука. Вот. Не на это самое, черви и прочее. Что-то надо делать. А почему чрезвычайно? Чрезвычайно значит обстановка в стране. Признать чрезвычайно. Признать обстановку в стране чрезвычайно. У нас очень много больных людей. У нас очень много травимся не только этими фруктами импортными, которые завались. Вот. У нас отравленная вода, у нас отравленный воздух. У Красноярск приедете или в Абакан. И как там, я вообще поражаюсь, это, ну что ты, в конце концов, ну мой участок, не мой, но институтов достаточно, и так чрезвычайная комиссия. Вот смотрите, однажды появился вот этот доклад, и я предлагаю первого кандидата на чрезвычайный комиссар, может так назвать, может быть замминистра науки и высшего образования, по внедрению, по отмене старых агроприемов, а внедрении новых, а сюда и широкий круг с огромными полномочиями. Вот, с огромными. Например, это человек уже, почему Баулин?
Я не считаю, что он единственный. Но на какой-то момент он стал единственным. Почему? Этот человек, не стесняясь, заметьте, вот, не вставая в позу, как вот эти самые насчет обмана, мошенничества и воровства дички, вот, не такой человек, а взял, использовал агротехнику железную и его простенькие манжурские абрикосы. Причем первое поколение, которое прямо, не первое, но непосредственно упали косточки под патриархом, под этим рекордным деревом, и вот такие взошли и поехали в Челябинск. Вот. Он сделал шаг, на который не способна вся наука. Сейчас, сегодня, друзья, у меня на участке огромное, невиданное количество этих самых косточек, ну, парченки, пока говорить не будем, косточек абрикосов, не в этих. Я беру другой пример, а то сам, а устали в от абрикосов. Вот, вишня войлочная, вишня сибирская штамповая, вишня жуковская, вишня сибирская штамповая, но с генами черешни. А урожай не огромный, нет, какой он огромный, гигантский. Вот, все это, если получился бы, пусть Бог, вдруг он услышит, а вдруг услышит министр, а вдруг кто-то скажет, а мы вот сейчас на зло поднимем свое садоводство. Ведь мы все говорим про импортозамещение. Ни хрена не делается. Ни хрена. Вот. Берем Вовлина как человека, первый, который перешел эту самую границу между научным садоводством и любительским. Он смог вот это сделать. Смотрите. Смотрите. Ой, жалко сейчас. Да, пропускать жалко, пропускать жалко. Вот, сеянцы ни разу не поливались, не обрабатывались, только пропало. Что пропалось, ладно, первый год надо пропало. Не поливались, не обрабатывались. То есть он перешел на нашу сторону, он использовал наши эти самые. Уже потом, я еще не знаю результат, он мне прислал 20 тысяч рублей. Он назначил меня, представитель меня, Железова. Вот. Не знаю, насколько этот документ официальный. Там подпись, печать его директора Ваулина. И я ему собрал по Хакасии, не только в Саяногорске, но и в Абакане, 1000 уникальнейших косточек. Да? Ну, надо было и дальше работать. Но он тоже, мне кажется, в тех рамках ему должно быть тесно. Назначаем его. Итак, сейчас поймете, к чему говорю. Есть еще альтернатива ему. Вот, просто у него погон больше, чем у нашей этой Елены Александровны Савинич или у Сергея Железова. Просто такого морально легче назначить. Альтернативная наука в ранге чрезвычайного комиссара. Может быть, официально будет звучать зам министра сельского хозяйства или зам министра науки и высшего образования. Вот это все. С одного дерева собрал он, это мое, это с моего дерева. А потом посмотрите, что получилось. Созревали, начиная с первой декады июля, июля, заметьте, не августа, июля, а самое позднее, первой декаде сентября. Вот, а это все с одного дерева, вот это да. Ладно, смотрим дальше. Вот. Есть еще... Значит, мой друг, вот, очень Немытов Алексей, умнейший мужик, знает, наверное, больше меня и Ваулина, я имею в виду информация садовая, околосадовая, необыкновенная связи с людьми, которые, а человек, кто-то уже на том свете, но кто-то еще на этом вроде нас. Вот. Еще один претендент. Почему? Это те, которые прошел воинскую школу, который прошел эти самые, то, что называется, поля сражений, который близок к церкви, у которого свой абрикосовый сад, которого никакая зараза, никакая сволочь не сможет согнуть, подсунуть ему, ведь речь пойдет о больших деньгах, о миллионах, о миллиардах. Вот. Этот
не продастся, понимаете? Я только тех, кого знаю, уже действительно знаю. Вот. И вот я написал, вот бы его, надо было их, на спец... а уже дальше так, ну, допустим, Моралес, да, не мы там, вот, а может быть, хотя бы регион поручить, специальная госслужба, ну, то есть, если Ваулин организует это чрезвычайное комиссарство или в ранге, ну, там нужен министр, конечно, с улицы Сергея Железова не поставят, уже не имеет это самое, 35. Вот. Есть постарше 40, 45, 50 моих учеников. Их можно было бы. Погон нету. Вот. И тут получается, что нужны павильоны можно. А зачем? Сейчас объясню, зачем. В интернете много неправды. Вот так. И вот к чему говорю. Надо будет у людей... А я что хочу, то говорю, у меня это, я с вас денег не беру, не беру. Значит, слушайте, если это то, что кто-то сочтет за бредом. А это сегодня бред, а завтра без этого страна не проживет. Просто не проживет. Дело в том, что мы ходим по как бы вся страна в золотых слитках, а никто не поднимает. Пример в море, не только у Немытова или у Железова. Мы еще и дальше будем продолжать и продолжать, продолжать. Вот. А еще впереди столько всего. А не надо ничего это. Не надо. А у наука отстала. А у них это, с этой... А, кстати, Дускобилов, извините, разговорился. Его последняя зарплата у завлапа и кандидата, ну, было 15 тысяч. Вы что, смеетесь, что ли? А знаете, какой он пахарь? А вы знаете, какой он фанатик был? Единственное, что его не получилось, это молодых ученых ко мне это привозил, привозил, и один ученый молодой. Ну, не наши они оказались люди. Наши люди почему-то дальнобойщик или этот самый, или строитель. Вот. Как тот же Бодлер. Вот. А последний из Магикан, вот он, пожалуйста. Турсун Дускобилов. Вот. Далеко на пенсии. А у него досье на нас, на всех. А теперь кто эту ношу потянет? А я сейчас буду доказывать, почему нужна эта замена, подмена. Вот смотрите, чтобы я не был болтуном. Неужели я, если бы меня дали бы на полчаса трибуну, тогда меня микрофон отключили в Москве. Мне оттуда начал с критики. А сейчас бы я по-другому сказал. Вот иду по Саногорскому рынку. Причем все это честно. И говорю, значит, как дела, как это самое, урожай. У меня саженцы покупала. А она взяла из косточки, уже из косточки королевского моего, вырастила дерево. А вы скажете, ну это все ерунда. Вот. А это дерево из косточки, сказала вначале. Я пример привожу яркий-яркий, я верю. Вот, берет этот помидор и говорит, вот такие вот из косточки это. Я смотрю, а ведь это размер структуры банки, это 150 грамм где-то. Где-то 150. Я говорю, не может быть. И тогда она начала креститься. А рядом ее подруга, соседка, которая тоже торгует. И тоже говорит, да, все правда. Она не обманывает, она не преувеличивает. Может вот так человек обмануть? Что, когда я в 16-м году выставил этот фильм, да? Сколько людей его смотрело? Еще. Ну, что-то не пойму. Сколько людей? 15 августа 16-го года, 7 лет назад. Наверное, вот это может быть. 700 человек, может быть. Вот. Ну, а вот тут, может, виднее. Ну-ка. Нет, тоже не видно. Ну, скорее всего, в те годы меня смотрело 3-5 тысяч, 6, не больше. Уже тогда. А время от времени, а таких, как эти самые, прилетает, а вот как я рассказывал, как тоже Ольга Исакова, прилетает. Кто-то пытается опустить, кто-то пытается унизить. Какая-то злоба, что у самих не получилось. Вот. Этом-то можно заинтересоваться. В 16-м году можно ее найти? А? Но в конце концов объявление дать в этом самом. По телевидению, вот с этими же моими фотографиями.
Тут же мы нашли, предложили ей 10 тысяч, и отдайте нам это дерево. Мы его на запчасти, мы его все изрежем, все приросты, мы все, лучше брать все черенками. А, 10 тысяч, жалко ей дерево. Предложите 100 тысяч, и не пожалеете. Вот для чего нам нужен дежурный по каждому региону. А это на всю страну был один дускобил. Но если мне сейчас 73, а у меня старше лет на 5, на 8. Все. Еще перезвонимся, еще. Вот-вот приеду, но уже больше не приедет больше. Нужна новая профессия. Агроном, искатель талантов и сортов. Допустим, Савинич. Вот. Сейчас я вам ее покажу. Чуть позже. Вот. Вот это и есть моя, как это назовем, на примере аспиранта. Ну, отличница, ну, в своей среде она выдающаяся. Вы знаете, что большинство этих самых агрономов, это троечники, вот, которые на другой день забыли после того, когда это никому не нужное выучили. Вот пример тех же выпускниц Тимирязевки. Как она опозорилась, это две Тимирязевки. Итак, допустим, Савинич дежурный по Хакасии Красноярскому краю. Конечно, они знакомы с Вулином. Вулин по этим, по погонам круче, естественно. Что для этого надо? Бред несу. Слушайте дальше. Нас так мало, теперь могу позволить себе. Я уже вас всему научил. До этого расширенное заседание Академии наук Министерства науки и высшего образования. Его решение. Первое. Отказ от традиционной технологии. Именно речь пойдет о технологии селекции. Вот это вот. Берем сорт А, опыляем сортом Б, помещаем в эти самые презервативчики из марлевых тканей, кастрируем, блядь, не выношу я всю эту, даже говорить противно. Вот. Наконец, опылилось, загадываем условия, а вот на некоторых что-то вроде похожее, а на одном вроде точно новый сорт. А теперь с него берем косточки, уже с этого. А потом что случится? А кто его в свою очередь опылит? А вы что, это даже Дальний Восток, Сихотэ-Алиньские горы. То, что было, рассказывал мне Бродский. Вот они, эти мажорские абрикосы и еще сибирские абрикосы. Вот они, а вот она деревня. И вот уже в горах они культурные. А вот уже в деревне они как бы подпорчены тем, что эти дикари, они же сильные дикари, они уже культурные опылили. Невозможно. Несколько поколений, это сеянцы надо же 5-8, у некоторых яблонь, груш, это и 10, и 15, 25 лет бывает первое плодоношение, первое цветение. 25 лет бывает. А если вот угадал это? Вот уже на пенсии, а он все еще ждем первого урожая, так что ли? А тут железом, давай поливать все подряд, даже не разбирая. Это потом уже получилось, на этом получше получается, хуже получается. Выше хуже, ниже лучше. На абрикос лучше, на сливу хуже. Ура, потом несколько лет и нет ничего. Но зато через несколько лет оказалось, что они уже усвоились, потому что не обязательно доводить до плодоношения. Понимаете, что такое отказ от традиционной технологии? Им надо довести до плодоношения и начать опять это. И опять сеется, опять это. Только один год и получил хоть длинную веточку, отрезаю и делаю следующее поколение. А там железовские условия, а это уже мировое открытие. А по двое все родственники, помните? А поливать только у земли, только. Вот. Ну, еще несколько там этих, тоже очень важных, но... И тогда получается отказ от традиционной технологии. А она исповедовалась, исповедуется до сих пор. Ну, давайте смотрим дальше. Прием, внимание, друзья, прием лучших любительских садов, я таких назову с полсотни уже, по всей России, в региональные научные центры, вместе с садоводами и опытниками. Поняли?
Причем, если сократить всю традиционную технологию, если как это, вот взять и пустить бульдозер по этим садам, помните, я называл сад Крутовского, я называл сад-музей. Ну хорошо иметь музей, ну хорошо, если там эти до сих пор практиковалось, ну, по крайней мере, несколько лет назад еще. Вот. Сланцевая форма. Ну, в конце концов-то, сколько можно? Уже ГЭС построили, уже климат намного улучшился. И сейчас 40-градусные зимы. Влияние рядом протекает Енисей, не замерзающий. Нет, сланцевая все. Вот это можно перестроить? А? Железов. Железов Сергей, сын. Савинич, которая из моего сада не вылазит. Пожалуйста, и сегодня она была в моем саду. И сегодня была. И Крутовского сад знает не как свои 5 пальцев. Итак, прием лучших любительских садов по всей России в региональные научные центры. Так еще уговорить надо, чтобы согласились. Пересмотр учебных программ сельхозвузов. Я утверждаю, что кроме 2 студентов, которые прошли практику у меня, Матвеева и Савинич, ни один выпускник вуза, а больше у меня учеников нет, и никто из них, никто не мои программы не, перес, мои, не пересматривал мои учебные программы Железова. Вот. Ни один выпускник, а идет счет-то на десятки вузов, тысячи выпускников, и никто ничего не знает. Потом еще разберем горькую проблему, сколько трупов, сколько людей погибло, потому что деревья падают. На улице города деревья не научились до сих пор выращивать. Там уже не до урожая, там бы дерево бы не упало на голову. И упало, и раздавило ребенка. Итак, пересмотр учебных программ сельхозвузов, начиная с посадки дерева, а не только это самое. Да, ну ладно бы хоть действительно, иногда я к Менделю обращаюсь, ну куда без этого. И иногда к Мичурину, чаще спорю. Вот. Даже Чарльзу Дарвину, и там есть о чем поговорить. И ниже мы с вами поговорим об этом. Но речь идет о том, что нужно полностью заменить все, что у меня есть, это готовое, начиная вот с этого вот. Вот она новая энциклопедия. В сжатейшей форме. Это мое счастье, что мы всю воду отсюда выжал этот самый. Как через центрифугу пропустил Павел Троценко. Уже сейчас их надо 1 миллион экземпляров, почти начиная с вузов, с техникумов, с этих самых. Вот. С библиотек везде уже. Уже бы сдвинулось место. Но без чрезвычайного, видите, еще раз. Если это не будет признано правильным, если вот эта вот книга не будет признана единственно верной, вот, учить по тем программам, как эти самые выпускницы Тимирязевки, научили женщину, одна ветка так, четыре так, причем из 4 3 толстые, а 4-я не уступает по толщине центральной, и 4 ветки отрезать, 80% кроны убрать, только потому, что они не там растут. Не знают ничего про эти же груши, про это. Выпускницы вузов не знают, какие груши должна быть формы. Караул, низко расположенные ветки. Мощные, скелетные ветки у привитого дерева, а у привитого дерева, у той дамы 7-летнего, дерева, уже 7 лет ему было, у него нету штамба, ему не положено по генетике, а железом, так не генетика, а железом, металлург. А я говорю, по генетике не положено. Штамба нету ни одного привитого дерева из миллиардов. Ни у одного. Нет генетического штамба, то, что это. Это боковая ветка. С нее была взята почка. Вживлена, выпрямлена. Из нее выросло дерево, пусть не такое огромное, как бы сеянца. Пусть поменьше. Так же, как у меня абрикосы привиты, уступают этим же мощным абрикосам сеянцевым. Своим родственникам. Вот. Но у тех есть штамп, а ни один привитое дерево – это постулат на всю жизнь, чтобы вошло в новую программу. Тогда они, эти выпускницы, ну ладно бы, они сказали,
Черт его знает, а может быть действительно, откуда у почки, взятой с боковой ветки, может быть штамп? Откуда? Задумались бы. Но вместо этого сказать, что я их, что это, помните, там 70 лет прожил, ума не нажил, а? Меня или моего брата я уже забыл. Всю семью оскорбляли, сына оскорбили. За что? Вот так вот. Представляете, как они держатся за это старье? Взять привитого дерева, отрезать мощные боковые 7-летнего дерева ветки и сказать, что так и было. И прощай, груша, красивое, мощное дерево. И еще, у нас до сих пор так получилось. Вот если бы эти два профессора, один с Красноярского университета, а второй, ни фамилии не помню, все забыл, и не хочу слушать, потому что проехали мимо, исчезли с моей жизни. Второй профессор с Ленинграда, с Питера, так, друг его. Если бы заехали, может, сами посмотрели бы на это, что у меня творилось. Я сам не верю, вот сейчас ущипну себя, там ранетки. Я уже щипал, щипал, щипал. Может, даже проснусь, все эти 40 лет, это был сон. Вот бы их поводить бы по этому самому. С-под дерева собрали 10 лет ранее, 5 нападали, еще 10 нападали, еще 10 нападали, четвертый раз еще 10. Специально 10 ведер держали. Собрали 40 ведер. И потом я всю осень показывал. Таким ковром лежит, потому что собрать бы уже не могли. Не нужны никому. Вообще бы их бы эти самые. Ну, думаю, сейчас вот, телевидение приехало, сняло нас. А это, федеральный телеканал отказался мы. Вот эти же фильмы, где ковром лежат абрикосы, ковром под одним деревом, под этим 30 ведер, под этим 40 еще это. Вот. И ходим по саду, и все это, и рассказываем, все секреты. Целый день рассказывал. Савинича еще сейчас ее пытали. Вот она же уже это, как сказать, серьезный человек, от науки все. Я взял за компанию, как, чтобы авторитет был больше. Одно дело металлург, как меня тычут, другое дело все-таки аспирант. Вот. Да еще не простой аспирант, а из лучших. Вот. Нет, отказались показать. Представляете? А почему? А попробуй покажи, когда я говорю, поливать не надо, удобрять не надо, это самое, опрыскивать от яда не надо, это не надо, инструмент не надо. Зачем инструмент, когда этот самое, резать нечего. Запрещаю. А так бы эти два бы профессора походили, а потом бы где-то позвонили своему же другу, но уже академику, который покруче, может, Басейкер сказал, ну, что там делаете-то? Быстренько собирайте комиссию в Железово. Так бывает. А то что получается? Железов Сергей Савинич, еще несколько. Я буду показывать еще. Еще несколько, кто сейчас, у кого сейчас прекрасные сады, сегодня, сейчас. Вот. Вы понимаете, что творится? Это все надо быстрее, быстрее, быстрее. А тут бы вот такого бы академика бы к нам бы привлечься, что ли. А без этого ничего не получится. Ну, а упор на талантливую молодежь. А теперь смотрите, какие должны быть они. Вы уже знаете, в смешанном саду, согласно данным науки, не должно быть косточки. Ну, их надо выбрасывать, потому что вырастут только диски. Так. Смотрите, один из примеров. А я же как? Мы идем с Еленой Александровной, мы сняли фильм. Мы стояли возле вот этих нескольких вишен. А у меня примеры множатся, а как я могу лишний раз не поделиться с вами радостью? Помните, как у меня желтая черешня на этом получилась на красной, вместо красной? Ну, давно ли, месяц назад фильм снимали. Так вот, смотрите, слева совершенно дикая вишня. Ну, штамповая вишня, у меня их таких полно. Самая правая, вот она. Это черешня бодра. Вот, прекрасный сорт. А тут пень.
Это было материнское дерево, потом оно дало, смотрите, раз, два, все это дало оно. Ну, так принято им. Размножение, за что им почему-то ненавидят еще. Внушили людям. Если дает отростки, дает, то пошли вы им и кладу трубку. А мне вот дало отростки. Вот эти два, рядом растут. Уж как вы не смотрели, Александр, не привиты, не привиты. Здесь скромные абрикосы, скромные листья. Вспоминаю фильм 3 дня назад или 5. Значит, на черешне. Естественно, черешня, черешня. Я вообще ниже покажу фотографию. А эти два, которые посередке. Прекрасная, отборнейшая южная вишня. Откуда? И вот когда я вот так пишу, вот это, вот это. Вот смотрите, вот из этой она сама стала такой. Сама. Только потому, что рядом черешня росла. И еще, заметьте, не потом, что я понимаю так, что если вот это дерево, я вот так всем объясняю, кто со мной согласен, тот будущий академик, если ему Бог дал еще и этот диплом. Вот если наши придут. Понимаете? Вот это дикое, вот это культурное, вот это вот. Как она стала такой? Не в потомстве, а сама взяла и укрупнила. А какие на ней плоды? Даже в фильме еще не было видно всю эту красоту. И они еще не спелые. Вот. Из того, из того. И вот когда я пишу, ветром надуло, и со мной согласились, согласны, да? Ну, а дальше Телегония, Ксения, вот, это наши люди, потому что эти убедители резко таких слов не знают. Кто-то когда-то из их учителей промолчал или сказал, это не ваше, это ату его, ничего еще до сих пор не это самое, не признано официально. Потом же вам буду показывать интересные эти споры. И так ветром надуло. И когда появится новое, это я еще раз когда-то говорил, когда появится новая программа, там будет раздел, вот, теория и практика, раз, владение то есть теория само собой, чтобы понимать, о чем речь идет, и практика это владение биолокационными рамками. Настоящий садовод, который проводит время в саду, у него всегда биополе предельное. Вот. И вот смотрим мы на еще одного претендента. Или, если, допустим, ну, наверное, Баулин бы не отказался стать замминистром, учитывая, он единственный, кто перешел вот эту вот невидимую миру пропасть, которую проложили не мы. А те, кто видит, что у нас результаты лучше, об этом даже воспользоваться. А Ваулин воспользовался. Ему место сейчас, пусть лучшим министром сельского хозяйства. Вот это все глубины бы перевел. Он 15 лет меня знает, он не может не проникнуться этими. У него единственная наука, результат получился не хуже, чем у нас любители. Вот она, пожалуйста. Вот контора пишет. Получит что? Получит еще сколько там надо, год, не помню, для того, чтобы стать этим самым кандидатом наук. А потом что? Как этот самый обычный путь на 15 тысяч? А, Елена Александровна? И мечта дом построить никогда не сбудется. Вот. И машину купить, и еще что там надо. 15 тысяч. Вот. Нужны новые люди. Дали деньги, дали этот самый объем работы. А потом только спрашивают. Это редчайший человек на свете. Почему? У меня в Черемушках были только 2 человека. Обе студентки. А почему не 20? А? Бодро ознакомил с Матвеевой. А у Матвеева результаты вы видели? А я вам еще покажу. Вот. Бывшая студентка. Но ведь она же ничего бы не добилась без моих этих материалов, без моей технологии. Ну давайте вспоминать теперь Юля. Тогда она, ну, она уже серьезный человек. Вот. Я не путаю, может это она. Не, ну питомник у них есть.
Только или Карташова у нас пчеловод, она же компьютерщик, или Матвеев Юлия, или обе. Так вот, вы видите, что такое? Если человек держит в руках 120-граммовые абрикосы, видите? Это еще один вариант. Вот. Чуть-чуть другие условия, сразу думаешь, да что ж такое, вот эти данные совпадают, вот он уже поздний, но он еще и другой стал. Вот. Он стал тверже, транспортабельный, еще одно, а именно транспортабельность нужна, но одно дело, когда их мало, да господи, наезд с собой, больше ни о чем наш брат-садовод и не мечтает, тем более все говорят, это и невозможно. И вообще абрикос. Вот как та дама, которая вернула мне косточки Фаины и прочее, прочее, убедила ее вот такие. Убедили ее, что надо и не начинать. А уж когда их много, начинаешь думать, а давайте-ка мы разовьем тему транспортабельности, клешкости, вот, чтобы она месяц, два, три хранилась, и уже когда на улице снег лежит, а люди свежие абрикосы ели, и без всякой химии, без миллилитра, без миллиграмма химии, понимаете? И деревья абсолютно здоровые. Вот. Вот какие люди нам нужны. Разговорился. А здесь получается так. Вот это часть питомника Железного Сергея. Там справа маточный сад. Вот. Много выпилил в этом году. Ну куда уже? Ну куда? Некуда посадить. Сейчас у меня сотни персиков в сельце подрастает. С ними интереснее работать, чем с привитыми. Привитые тут вот даже перед вами можно где-то увидите. Вон они. Вот если курсор видно, вот они, персики. Сергей продаст и продаст. Мне интересно работать с сельцами. Так. Из этой сотни, которая сейчас выросла, сельцу. Ну, вспомните, Юлия Матвеева, она продает. Вот. Будет продавать осенью. Часть из них, она вырастила. И тогда место надо. Я вырежу абрикосы, которые в ближайшие годы дадут сотни, дали бы сотни тысяч косточек. Они нужны науке. Посмотреть в глаза, если у кого-то еще совесть есть науки, вот, которые не просто все уже по барабану. Нищета задавила. Вот. Старая гвардия-то, я старую гвардию ученую знаю. Сейчас боюсь проверить бы надо. Одна из выдающихся садоводов в России умерла. А я боюсь фамилию говорить, потому что а вдруг это кто-то взял да пошутил. Вот. А как проверить? И вот получается следующее. Вот. Кстати, я долго не мог поверить, что Бродский умер. Долго не мог. Меня спрашивают, я говорю, я боюсь, что а вдруг это неправда. Он уже не раз умирал. Тяжелейшая болезнь, когда не знаешь, что ли жив, то ли мертв. Вот. Вот как бывает. И вот из-за этого маленький участок, но он, с другой стороны, не маленький. Он самый ценный в России. Вот приезжает, допустим, чрезвычайный комиссар, у Железов Сергея уж обязательно лично. Вот, условия особые. Вот, приватчик из лучших. Он может 100 привить, из них 98 будет. А вот они, слева это привито, видите? А вот посередине это сеянцы. А слева привито. Видите? Ну, вы же разбираетесь, конечно, в абрикосах. Так же. И тогда он ему говорит, ваш участок давайте мы возьмем на государственный кошт. Давайте, вы можете варианты сами. Землю забираем вместе с садом. Даем вам 1 020 000. Ну, имеется в виду, что тут труд его, мой труд, Зелина старшего. Вот. И дальше хотите, занимайтесь там, это, можете продолжать там где-то что-то привить, а это все наше. Но дело в том, что без нас все это пойдет на сварку. Ну, догадайтесь, почему. Значит, получается, вдруг вспомнят, что у Сергея диплом агронома. Пусть колледж, для меня слово колледж, то, ну, это бывший техникум. Вот. Но диплом агронома есть, а это не позволяет должность иметь. Нет? Вот. А еще, господа ученые,
господа чиновники, как получилось, что один из самых опытных садоводов России, вот, с 20-летний стаж, начинал ребенком, у меня учился прививать, 20-летний стаж, один из лучших садов России, самый северный в мире неукрываемый питомник, который ни от кого не прячется и где выкапывается прямо отсюда и возится. В отличие от интернет-магазинов, где эти полумертвые продают или мертвые. Даже мертвые продают. Вот. И вот это все получается, может существовать только вместе с ним. А почему не взять на работу? Ну не за 15 тысяч. А почему у него будет стаж, у него будет все, у него будет это? Уважаемый человек, участие в этих же самых симпозиумах. Через 10-15 лет, потому что мои открытия, они неоспоримы. Просто не хотят признать. Через 10-15 лет, может, меня не будет, но он будет стоять и гордиться вся Россия, когда будет вручать ему Нобелевскую эту медаль, Нобелевскую премию. Вот. Вот так должно быть. Или связки, как, допустим, вместе с Савинич, потому что уж человека более активного, вот, который буквально может все, вот скажем так. Вот я и пишу. Или забирайте, а дальше что, матерные слова? Забирайте, я имею в виду моих учеников, моих ребят.